Муравленковские предприятия торговли стали участниками окружного конкурса «Лучшее на Ямале». Это гипермаркет «Магнит» и хлебопекарня «Горячий хлеб». Всего в списке 32 претендента на победу. Это товаропроизводители предприятия розничной торговли, общественного питания и хлебопекарной промышленности со всего округа. От участников требовалось предоставить презентационные фото, видеоматериалы, а также копию книги жалоб и предложений. Кроме того, каждого претендента проверят на наличие жалоб от населения в Роспотребнадзор. Торжественное награждение победителей пройдет 12 октября в Салехарде. Мы стараемся ежегодно принимать участие в подобных конкурсах, чтобы показать уровень развития наших предприятий, потому что мы считаем, что у нас предприятия достойно могут представлять свое муниципальное образование. И, как правило, мы всегда входим в тройку победителей. И, в общем-то, в этом году мы надеемся тоже на победу.